Ариночка. Привет. Ариночка, привет. Привет, привет, Ариночка. Привет, 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 Ариночка. Привет, 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 Ариночка. Привет, привет, привет. Кто? Женщина Дрейка. Девушка Дрейк. Не мама, девушка. Женщина, ты кто? Вернись в Конахи. Она скоро вернется. Я не смотрю эту хуйню. Там рейд дался, нет? Да. Нет еще. Да, да, да. Нет он еще. Заполняется. Он еще идет пока, заполняется, да. А у меня кнопки нет, блядь. Да похуй. А, он сейчас этот самый, сам передаст. Че, Дрейк сейчас Тян будет показывать? Да. Так он с ней второй или третий стрим уже сидит. Второй раз девушку показывает. Не, это уже третий стрим. Третий? Угу, это третий. В смысле? Вы позавчера сидели, вчера сидели и сегодня третий. А ты где живешь? А сколько тебе? Алло. Неважно. Неважно. Если неважно. Я тебе потом объясню. Ты приехала к Я размутился, если что. 12. У Вовы стрим упал, ребята. Вова, скажи то, что... Сколько, блядь, тебе? 13? Не, неважно, неважно. Ты сиди там. Вова стрим... Вова, алло. Всем привет. Да у него стрим сдох, да? Ой, куда чат девать, блядь? Куда-нибудь. Это все из-за ваших тиктоков. Пиздец, блядь, параша какая. Здорово, здорово. А чё рейд не перешел, блядь? Ща, вот сейчас передается. Он типа в несколько кусков будет отправляться. 2, 1. Куда? Оп, все перекинулось. Вот и все, вот перешло. Тебе 22? Нет. Здорово, здорово, здорово. 19? Стрим упал. 28? Я себе рейд прилетел, 28. Ебать. Нет, ну, 20 здорово. Тебе, что ли? Не важно. Да нет, ну, блядь. То есть все остальное нет, а вот на 20 не важно. Да не важно. Дрейк, что за хуйня, блядь? Да ты еблан. Ты что, на лестницу не мог найти, блядь? Или Дрейк, что? Она тебя трогала где-то, признавайся? Ты скажи сразу. Покажи на игрушке, где она тебя трогала. Что значит не важно, блядь? А что, мама вообще нормально, да? Ой, блядь. Не, Вов, алло, ты... Дрейк. Что? Чё, мать, нахуй? Вов, ты с ней, блядь, общался в Инстаграме, ебанат, нахуй. Так ты же не из Татарстана, блядь. Откуда? Откуда, блядь? Оттуда, блядь. Подожди, а Дрейк что, Дрейк из Татарстана? Да, я приехал, блядь, тут фон не поменялся, нахуй. Ой. Не, ну нормальная соска, нормально. Спасибо, блядь. Да, давайте, да. Вот это комплимент. Давай, давай, Вов. Хотя посижу. Это как комплимент расценим. Арин, расскажи что-нибудь. Что рассказать? Историю расскажи. Расскажи, как сегодня день провели. Конечно, комплимент. Бля, ебать, парочка вообще пушка, слышите? Ну, на два была Нинчика. Да-да-да, смотри. Так, на, ничего такие. Да мы как брат и сестра, на самом деле, выглядим, типа. Очень. Только Денис, вот эта черная водолазка, ну, Денис и вообще не идет. Отличие, блядь, да, ну да, ну да. Мы сегодня куда? На Финский залив ездили. Там очень было холодно. А как это? Без мамы, блядь, поехали? Мы вдвоем живем, Вов. Мы сюда по стриму пришли. Ебать! Ебать, он охуел, блядь. Мы сюда это тот, чью маму я уговаривал. Спасибо, приехать признаю, в Москву, она не разрешила ему приехать ко мне в Москву, да? Ну да, получается. Передай своей маме, что она двуличная. Меркантильная женщина. Ох! Нет, просто, типа, она знает меня. Да, она же... А меня?! Да я с ним знаком, знаешь, сколько? Ты мутный тип, ты его увезти хотел в другую город. Нет, ну мы же в Питере живем пока. Тем более, на время только. А, ну раз на время... Ну Москву тоже на время, типа. Москву всегда как Питер. Конечно, я ревную, чуваки, какого хуя, типа. Я, чтобы вы знали, я с его мамой разговаривал, я пиздец как там... Я, блядь, знакомился с его отцом, с его мамой. Не, ну с батьком скажи, нормально поговорил. Да, да, да. Ну не отпустило вообще никак, типа. И тот такой, да мы, блядь, отдельно уже. Так, ну понял. Как же быстро растут. Спасибо за это. Пиздец, слышишь, а этот пиздюк раньше пиздел, что ему 26. Ага.
Смотри, как пиздец. Так она до сих пор верит. Васька, пиздюк ты наш возмушал, смотри, девчонку привел. Как быстро растут дети. А помню, вчера бегал за нами в армии. Крик, да, Вова, Вова, куда здесь нажимать? Вот этим ездил. Ну, ездил, что? Вован, поли носки, Вован, поли носки. Асу. Че даю, осужа. Осуж. А она зеркальная? Даю, осуж. Она разве... Не, у нас нормально, у нас считаемо, просто у тебя в ней написано «даю, осуж». На все носки .ру же купил, правильно? Нет, это в галерее я купил. Скажи. Это с Викой Картер коллаба, прикинь, блядь. О. Мам, купи, что ли? Нет. Нет. Какие-то там. Супер Сокс. Да. Супер Сокс. Он в галерее там такой мини этот самый стоит. А, этот самый островок стоит. Да, понял, да, понял. Да. Где, собственно, есть. Владимир со стримом? А у Владимира все. Ребят, уже была небольшая импровизация, после которой стрим упал. Ну, типа, там пизда компу уже была, поэтому я вырубил. Супер, супер кокс. Гений перформанс. Осуждаю. Владимир, это я. Гений, гений. Ладно. Ну, упал, упал. Фистинг из... Сколько бакс? 300. Оскар. Ну, рассказывайте что-нибудь, вы, блядь, что... Меня сейчас красить будут, меня сейчас красить будут. Даже не посмотрел нигде, кошмар. Сам придумал. Да. Красава. Ну, она меня хотела покрасить еще, когда, блядь, еще не приехала, когда, поэтому... Давно еще. А что, какой, что из него будешь делать? Я не знаю. Мисс БС, это мисс БС, которая второе место заняла, если что. Пояснительная бригада. Да нет. Да не. Ну мало ли кто типа узнал, но не понял кто. Да, да, блядь. Ну так вот. Да не. Вот так получается, блядь. Ждем стрим на Bongo Comes. Да, после стрима пойдем. Так. Блять. Блять. Слышь, блядь, я сейчас даже токены куплю, если там реально такая хуйня произойдет. Так они на другой квартире это снимают. Здесь они ходят обычный, просто стрим на Твиче проводят дома, а ну, потом уходят на другую, и там на другой площадке. А без голов вот это, да? Без головы типа? Ну да. Блядь, не ебнулась нахуй. Хуя под столик ускользнула. О, гений перформанс, блядь. Что-то я быстро, блядь. Сейчас. Алло. Ой, бля. Алло. Алло. Бля, Дэн, купи вторые наушники и купи разветвитель себе, наконец. Где вообще пушка будет? Ну, у меня есть вторые наушники на вот эти. Ну, разветвитель, знаешь, что... теперь купи. Не, у меня нету этого разветвителя. Надо сюда купи. Складывать, чтобы ничего не упало. Ладно. Либо Bluetooth адаптер, я арку. Слышь, а я понял. Мам такая. Девочка. Езжай куда угодно. Она думала... Ой. Как она ж тогда сказала, сейчас я вспомню. Ага, она что-то там спизданула про резинку, что ли, блядь, или что? Не-не-не, кусочки... Девочка справа, спасибо. Она сказала что-то... Что-то вы все там так выглядите, какое-то гей-сообщество. А, Арина сегодня сказала, что меня, короче, красить будут, и мама такая говорит, как-то по-гейски. Как-то по-гейски. Кошмар. Ну тебе еще Мазелова тетя сказала, что ты на девочку похож. Чтоб вы знали, когда я вопрос задавал бате его маме, и его батя сказал... Блять, да мы максимально толерантны вообще во всем, ребят. Ну это батя, да. А мама, ну, походу. Он говорит, мне вообще все равно. Я туда не лезу, мне как-то все равно. Не, батек там шутку какую-то вкинул, осуждающую, я помню. А, да-да-да, я говорю, за этот анекдот бы нас забанили. Что там было про волосы? Что про волосы? Какой-то донат был про волосы. А, то, что выпрямляешь? Да. Ну я два дня только выпрямляю, а так я обычно с волнистыми хожу волосами. Ну да, на самом деле Дрейк похож на гея, если что. Спасибо. На гея, который играет в какой-то поп-группе, знаете? BTS. Сейчас я посмотрю. Что? Тебе лучше очки снять.
Я ничего не видеть не буду. Ой, блядь, слишком мило. Все, я пошел, давайте, блядь. Давай. Слишком сладко как-то, я хуй. Пока, пока. Пока, девочка, которой 20. Мне не 20. Что, спасибо. Я говорю, заранее сладких снов. О, спокойной ночи. О, спокойной ночи. Не щурься. Да ладно, не буду. Сложно. Да я Денису говорю. Вась. А. Ах ты старый развратник. Подсматривает. Что? Подслушивает. А что ты тут сидишь еще тоже? Что, и Валера тут тоже сидит, если что. А вы не выходите. Мы тут это... Вы же разговариваете. А мы наблюдаем. Мы понаблюдать любим. Мы здесь с Валерой в уголку. Ребят, ну нас тут много, и мы тут ждем только одного. Чего? Когда Дэн скажет, что он настоящий гей, и выставит тебя за дверь. Ебать, ты придумал. За что так грубо? Привет. Привет. Саш, здесь стрим. А это кто? Арина, ты такая красивая. О-о-о. Не, Саш, давай, блядь. Это Саша, про которую я говорил, да-да-да. Саша, она, Арина, она так похожа на мою бывшую. Ты тоже это сказал, Вась? Не надо так говорить. Что? Пошли вирт. Да. Реально похоже. Угу. А сколько чё? Тебе лет? Что? Кто еще это, одна. Блядь, говорит? Я не понимаю, нахуй. Да Саня, ёпта, блядь, с кем мы в Питер катались? Голова, алло, блядь. Саша. Я помню Сашу, блядь. Только я путаю с другим голосом. У меня микрофон новый, кстати. Кстати. Кого? Кстати. Как у Дрейка. Такой же. Целуйте. Саша, что сказать? Саш, слушай внимательно. Будьте здоровы. Спасибо за то. Ты охуел. Сексист. Я! Ты чё сейчас сказала, блядь? Я никогда в жизни. Так, Саш, давай это реально не это. Так, Денис, теперь слушай меня внимательно. Да. Аккуратненько. Слушай меня сюда. Тише. Аккуратненько вытащи у нее наушник из уха и слушай меня. Ну дай. Нет. Дай Васю послушаю. А он какие-то плохие вещи будет говорить? Я вытащил Вася. Короче, смотри, когда она тебя будет красить, ты повернешься к ней лицом, она тебя красит, и такой раз... Она подслушивает. Ах! Ты ее чмокни. Прикольно, Вась, придумал. Да, я как раз пенис достану сейчас. Ага. Валера, готов, сейчас будет контент. Вась. Мы к этому бангокамс на свече. Стоп, слышите? Если я достану пенис на Дениса, получается, я... Ну, этот самый, да? И меня могут посадить. Ну, если он добро даст согласие. Так мы же из России, 16 лет возраст согласия, так что нормас. Так не, ну, а. Ну да, мы в России, у нас даже однополые разрешены, точно, я даже забыл. В смысле даже? Однополые браки, имею в виду, что? Ага. Ой, я буду красивая такая сейчас. Да ты не совсем красивая. Я просто немножко по-другому. Видела бы тетя Мазелова этот стрим. У нее бы случился инфаркт такой. Да-да-да, ужасно, очень ужасно. Ужасно, что он так выглядит. А, вот с девочками сидите, да? Вася, ты что здесь? Чем сегодня занимался? Я с Валерой обнимаюсь и смотрю на вас. Неплохо. Кстати, там Синди рисуют с того стрима прошлого. Там будет две версии. Хентай-версия. Чего? И обычная. Да. Ничего себе. Синди голую нарисует. Хей, малышка. У тебя слишком... Еп-еп. Блин, мне кажется, что вы с Дрейком чем-то похожи. Кто? Чертами лица. Я? Кто? Угу. Они, да. Но они не похожи так... чертами лица, но у них ебальники детские такие, бэби-фейсы два. Да-да-да-да-да. Алло. 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 Ой, сдонатили 100 рублей, нихуя себе, блядь. Подожди, а тебя... Девочка слева очень красивая, согласен, сдонатил. Девочка слева очень красивая. Вы сестры. Вы сестры. У вас даже цвет глаз одинаковый. Да, и волосы. Ну так вот бывает. Ой. Больно сделала? Нет.
Щекотно. А прикиньте, вот дальние родственники. Да, я тоже хотела сказать. Поэтому мама разрешила вместе жить. Да-да-да-да. А чё, пусть же поживёт с сестрой. Понял, спасибо. Двоюродная. Блин, что-то я думаю... Было немножко по-другому. Где-то я это уже видела. Что? Я видел порнуху, которая начиналась точно так же. А, неплохо. Дело семейное. Оп. Что пишут, вообще ничего не вижу. А ха-ха, плюс плюс. Плюсы пишут, ха-ха-ха, плюс-плюс-плюс, кековая, плюс-плюс, ха-ха-ха. Кто в ДС сидит, целуйтесь. Короче, вот эти детишки. Какие детишки? Бля, я уверен, что у тебя мама в чате сидит, я уверен. Нет. Я уверен. Она по комнате сзади ходит. Цально. Погоди, так вы не отдельно живете? Нет, отдельно мы сейчас. Так они сейчас дома у него. Да. А когда вы дома у себя будете? Ну, после стрима. А там другой контент происходит. Стрим закончим, пойдем. А я думаю, слышь, что он развыебывался-то? В смысле? Там, слышишь, уже щетинка появилась снизу, блядь, на лобке волос я полезли уже, не? Блядь, ну это ты придумал, это у меня, наверное, лес 14, да? Да. Там, походу, Васян. Походу, блядь, Дрейк в мужика превращается у нас. Спасибо. Вратился уже, получается. Поздравляю тебя, Дрейк, тогда получается. Спасибо большое, Вов. Спасибо. Справился намного раньше, чем я. Я в 19 справился. Все, я пошел. Давай, давай. Давай, Вов. Пока. Смотри. Ну что? А я уже поменялся? Я уже поменялся? Нет, не поменялся. Нет. А ты ему такой же, как себе, хочешь сделать? Пиздец, козявку. Нет, я себе... Ты уйдешь или нет? Всем пока. Пиздец, козявку. Очки я не прочитаю. Прочитал. Спасибо. Записки подписчиц. Нельзя об этом уйти. О! Я не вытер. Бля. Что-то бумажка какая. Ты под кресло собирай их потом и раз в год будешь очищать его. Да. Дэн, купи линзы. Да, кстати. А ему, по-моему, неудобно держать. Мне неудобно надевать. Я когда их надеваю, у меня автоматически, короче, глаз закрывается. Я не знаю, почему. Купи операцию. Спасибо. А я же, по-моему, сказала, что это можно. Да, не знаю. Саша. Охуел, блядь, донатер ебаный. Саша. Ты куда ушел? Блядь, Саша. Да что? Покажи машину своего бывшего. Куда тебе показать? Вон, малому покажи, пусть охуеет. Ча. Какого хуя? Только не показывай, слышь, на стриме. Ой, давай не пизди. Малой! Ну, там номер. Спасибо, знаю. Что? Малой! Что? Зацени тачку. Где? В телегу скинь. В телегу. Мы помирились, помощи. Если что. А, на стриме? А, да! Вот это класс, Саш. На стриме показать? Нет, нет. На стриме не пока. Еще бы, блядь, с такой тачкой я бы сам помирился, блядь. Я бы еще терпел, чтобы меня пиздили, блядь. Ты просто не видел, как там тачки. А где посмотреть? А где посмотреть? Он меня ПТС списал, блядь. Аж на ее номерок. Косметолог. Саш, ты куда скинула? В Дискорде. А где в Дискорде? В личку. А. Деонексе там, да? Я и не попускаю Дрейка, мне что делать нехуя, вот ебить. О, нихуя. Подожди, это что за машина? Вы уже добрый. Так это чья? Нет. Моя. А. Нихуя себе, блядь. Да, а мне скинь тоже. Да. Мою машину. Я тоже посмотрю. Как там моя красота? Скинь мою машину. Спасибо за все. Смотрите машину. Дрейк, нельзя не везде. Нельзя, блядь. Нельзя. Только из Алексуса и серьезного бизнеса. Папик Дрейк 24-го года. Номер, ёпты. Ну хотя, американский. Да не надо, блин. Американский же, нет? Ну, и там намного проще пробивать, чем в России. Батя, у него номер, типа, что-то с сексом связано. Ага, секси. Ну, типа, это фишка модели. Саша, тебе сколько лет? 32. Очень много. Очень много. 20. 20? Это очень много? Прости, она не по мальчикам. Да, она не по... Ой.
Да, что-то парадокс случился. Спасибо. Да, так что она не угонит у тебя Дрейка, если что. Она может тебя угнать. Да куда, блядь. Да, лучше Дрейку переживать. Да. Хочешь в Америку? Да, блядь. А ты сама в Америке? Давай тут не разби... Сань, ты сначала грин-карту заимей, а потом... Все! Я хочу! Пока! Всем привет, давай. Всем привет. О. Так, это кто? Это Рина. Моя. Привет. Привет, привет. Привет. О, Ренаточка, привет, солнышко. О, привет, ой, привет. Вася. Так, блядь, стоп. Ренаточка, как сегодня твой день прошел? Можно вопрос? Солнышко мое. Замечательно, вообще супер. Ну, я так рад, что у тебя все хорошо. Кто это говорит? Я не понимаю. Это девушка Лагоды. А, привет, меня Вова зовут. Ой, Вова, привет, мы не виделись. Меня не знакомились с тобой вообще, начнем с этого. Играть. Вова, давай завязывай, Ренаточка моя вайфу. Тебе повезло, что Лагода такой добрый, и он разрешит с ней погулять даже. Нет. Спасибо, Валера. Спасибо, Валера. Я знал, ты настоящий друг. Валера, не тебе эти вопросы решать. Да, мы с Ренаточкой решим вместе. Без тебя. Кто-то тоже куколд, как и я. Ну все, я к тебе переезжаю. Не тебе этот вопрос. Давай в жопу ебаться. Давай, все, пизду, блядь, реально. Перееду, блядь. Спасибо. 50 рублей. Ренаточка, солнышко, я цифры тебе скину свои. Ой, я, кстати, похожа на Моргенштерна и его девушку. Такой же кардиган, такой же успех за 20-й год. Скажи, сколько твоей... Блядь, сколько парню твоей мамы лет? Красивое нижнее белье. Вась, ты в курсе, что ты старше его отчима, блядь? Я знаю. Да ты чего? Чего? Да, прикинь, на два года старше отчима. Ее маме 50, а ее парню 30. О, у меня такая же история с мамой. Ебать. А у меня нет, у меня, знаете, у меня папа старше мамы, как у всех нормальных людей. Ну да, у меня тоже. Извините. У меня ровесники, родители. Ну у меня тоже, да, либо ровесники, либо чуть-чуть постарше. У меня у папы девушки... 30. А ничего, Вась, с мамой потом познакомлю тебя. Слушай, знаешь, когда тебе будет 67, с точки зрения мужика, да, какая-то двойная хуйня, но когда деток рабочий, типа... Когда мне будет 67, с точки зрения мужика... Денис, сделай еще раз так губками. Когда тебе будет 67, Саша, тебя найдет мужик, которому будет 102. Вы не видели, что там Денис сделал? Вася подглядывает. Я говорю, когда тебе будет 67, тебя найдет мужик, которому будет 120. Кратно двум. Хотя нет. Ну не в два раза. Ты чё? Таких мужчин не существует. Ну как у нее? У нее там батя 67, мамки получается 32. И сестре 5. Ебать. Это степ-систер, you know? А нет, это не степ-систер. Степ-систер. Хуя ли степ, если она твоя мама? Двоюродная. Ну, потому что она не родная же. А степ-систер... Это сводная, это сводная. Сводная это когда... Это в одной семье, да, типа. Когда... Чего? Когда блядь. разные люди, например. Допустим, твоя мама с тобой познакомилась каким-то другим кентом, у которого был сын. Вот тогда вы степ, типа, если чё. Не. А двоюродные не являются степами, это инцест все равно. Ебать я, блядь... Ебать ты умный, пиздец. Пиздец, прикиньте. Вов, тебе череп не жмёт? Нет, это логично. Чё? Мне череп жмёт, пиздец, Вась, башка. Я тебе говорю, я сейчас свои мозги в банку 5-литровую пересажу. Как у мегамозга сейчас, блядь. Донат мозгов. Степ — это шаг. Степ — это вообще-то охуенно вкусное печенье, или что это было? А степ-бай-степ — это магазин кроссовок. Не, степ — это... Конфетка, шоколад, да, конфетная, шоколад. Батончик, да, да, такой. Да. А что такое сводная сестра? Ну, так же, как и... Ну, ты сводная сестра для сводного брата. Смотри, вот, допустим, у тебя есть мама. Но у тебя нет папы. Ну, папа развелся. А моя мама... Мама находит какого-то нового мужчину, а у него есть сын. Они женятся, это получается твой сводный брат. Да, но по крови вообще не родня, если что. Да. А если двоюродный, типа твой папа пошел другую маму выебал, вот это твоя сестра, и кровь будет там отцовская тоже, соответственно. Здорово, я на секунду. Денчик, ебать у тебя подружка красивая твоя, ебать.
Да, я так же сказал. Серега, ну, подружка красивая. Да ты же ее видел уже, блядь, Серег, нахуй. Че? Я не видел ее. Серега уже видел, блядь, ты на прошлом стриме. Она полубоком как-то стояла. Ебать, Дрэк, ты как Оуджи-Буда, как рэпер какой-то выглядишь. Цепочкой пиздец. И водолазки, блядь. Дрэк скоро реальным Дрэком станет, блядь. Слышишь, Серег? И этот человек придумал айфон. И не баланс нужный, блядь. Жопса. Жоп святой. Сейчас. О, зарядку нашел, блядь, от вейпа своего. Охуеть, в кармане лежала, блядь. Прикинь, я уж думал, блядь, идти. Искать, блядь, я потерял. Ты же бросал. Ой, я такой новый под купил себе. Какой новый под? Сколько? Смонт. Это давай, типа... зови деда старого, сейчас развыпимся, блядь. Давай. Это типа пасито, только вики называется. Ой, балдёж. Эспасито. Вася. Расчехляй свои паститы. Смоки. А где мои? Есть, на месте. Раскумаримся сейчас. У меня в сумке нет, посмотри. Где сумка? Слышишь, да, настоящий джентльмен чужой сумки не лазит, блядь. Ну, у нас она общая. Я тут не брал. Красавчик, ты есть свои вещи скидываешь, она носит. Денис, свою косметичку я себе положил. Я ей туда зарядки кладу, ключи. Косметичку. Там еще поищи, может, кирпич какой достанешь. К сумке ебать, килограммов по 20. Нет, наверное, я не взял. Значит, там осталось. Не взял, выложил, ну ладно. Я красавчик вообще, мужик, хорошо живешь, балдешь. Мужик. Берешь от жизни все, вот это мужчина. Так, сейчас, надевай. Спасибо. Я жду. А я, у меня румяна такие. Все, официально заявляю, чуваки, официально. Что? Это самая лучшая пара вообще на всем русском Твиче, если без шуток. На данный момент. На данный момент, да. Типа, ну они настолько, блядь, вот похожи как-то, что, ну, блядь, ни одна пара так не сравнится, сори, вообще. Ну нету, блядь, альтернатив никаких. Тут соглы. Смотрите эту башню из бутылок. А, да, там не видно. Мне над головой башня из бутылок. Ну они какие-то наивные, что ли, я хуй знаю. Смотри, мальчик соблазнил крошку. Это пока что, потом они будут как Марк с Аней друг другу в рот харкать. Я в твоей пизде, как ёб твою мать, рыбак. Я охуел, ты пармезан, блядь. Рыбный магазин, блядь. Ни в коем случае. Не-не-не, мы так, ну мы этот... Да потерь, подожди. Нет, я просто спокойный человек сама по себе, поэтому... Да, расскажешь, блядь. Мне кажется, такой херни не будет. Да, расскажешь, блядь, слышишь, сиди там, нахуй. С иглы с волоном девушка вообще фиса. Кто? Фиса. Либо... Что за фиса? Сыгулы с фиса. Бомба. Девушка вообще фиса. Бомба. А ты когда, бля, не выглядишь как гей, то бобер зловами. Что? Закрой глаз. Не жму, не чурься. А кто сделал первый шаг? Я. Именно в отношениях или кто познакомился? Потому что познакомились мы... Вообще я, Купидон. Ну, кстати, Вова, да, Купидон. Да, мы познакомились, получается, в июне, списались... Где-то... Дмитрий, спасибо. Ну, нет, познакомились в июне. Слышите, я Дрейку ее показываю, я такой, смотри. Да, нет, знаешь, давай, шабать, Бог, давай, шабать. Да, ты тогда сказал. Ну, я говорю, давай, шабать, блядь. Я такой говорю, да я не вывезу, типа. И ты написал, такой, да, Дрейк? Ну, сначала она написала. Да, она написала. Нихуя, ты чё, лох, что ли? Ты сейчас всё обнулил, то, что я делал. Что я, что? Ты же написала в итоге вообще она. Нет, потом-то я написал. Так сначала она ну сначала так и мы потом и не общались-то толком, а потом уже я написал. А сентября все. Когда я говорил пиши, блядь, ты написал? Ну это тогда и было, кстати, это тогда и было. Вот когда ты типа сказал и после этого там ну наверное несколько дней прошло и после этого я написал. Я там сторис выложил какую-то, она мне ответила и все. Ты несколько дней обдумывал решение написать или нет? А можно просьбу одну, пожалуйста. Не, я не думал. Это я Арина говорю. Ага. Можешь, пожалуйста, мою фотографию с рабочего стола удалить? Ебать, а чё? Да, там, кстати, с конкурса фотка. Она уже полгода там висит. И моя там есть. Ну ладно, это похуй. Там еще Стаса есть. Я, блядь, удовлетворяю свои потребности. Охуел. Признайся, ты... Я с тобой, спасибо, Дэсси. Да нет, что... Признайся, ты уже? Я с тобой. Тебе говорю, ебло, сука.
Сейчас она из комнаты выйдет, он так с шефом разговаривать не будет. Ебло, сука, вот это вот, поняли? Возмужал я, ебло. В смысле? Яйца там развесил своей перепелиной, блядь. Голубь ебаный, блядь. Голубь. Я, кстати, ну, чтоб ты знала, типа, я не специально храню. У меня просто помойка, пиздец. Я вот не могу найти, где оно, в каком столбце, блядь. Слева, справа, блядь. Я не знаю. Я вот тоже не знаю. Я вот сейчас пытаюсь найти. Похуй, потом пацаны скажут, где удалить. А ты не хочешь сам себе накрасить? Просто я боюсь тебе в глаз тыкнуть. Да не, не тыкнешь. А ну, тыкнешь, без глаза останусь. Ну, ну, прекрасно. Замечательно. Ничего, мы миллионеры новый купим. Сосочка, девочка, почему одна? А, стоп. Спасибо. Сосочка, девочка, почему одна? Сосочка, блядь. Стоп. Ты... Нихуя себе. Нихуя себе. А почему у тебя ресницы длиннее, чем у меня? Вопрос. Не знаю. Задать? Чё, Вася, как наблюдаем? Вы подсматриваете, да? А Вася все уже. Да. Не, Вася здесь. Он. Я тут. Я делом потому, что это... Вася, ты подглядываешь? Да. Не, я просто драйвера на видеокарту ставлю. Боюсь, у меня, блядь, с наушников на колонке все перейдет, поэтому замутился. Так, нет. Смотри на меня. К вопросу, а почему у мужчин ресницы длиннее? Потому что они с ним ничего не делают, и они спокойно растут. А вот, девушки там причесывают, что-то расчесывают, там подрезают, обрезают. Выщипывают некоторые. Выщипывают, ресницы? Ага. Да. Да. Ёбнули, что ли? Капец. Не знаю, единственное, что я сидела, я себе несколько раз наращивала ресницы, и все. И так я крашу их тушью, обычно, и все. What the fuck? Ну чисто Биба и Боба, спасибо. Блин, такие ресницы. Ну чисто Биба и Боба. Капец. Красотка. Все? Ну, я не могу, надо будет тебя сфоткать. А, напомни мне, пожалуйста, про, про полароидную фотку. Давай теперь... Потом не высвечивается пока. В смысле не высвечивается? Сверху. Модестами будьте? Вот тут? Как понять? А, ну да, мы брат с сестрой. Давай теперь будем вторым автором Модестом, типа, братьями. А. Что? Не, блядь, Модестом... Прикольно придумали. Это уже, блядь, ну это будет... Что это будет? Ну из этого образа уже потом не выбраться, типа, брат и сестра, блядь, поэтому пизду. Думаешь? Угу. Как не выбраться? Ну так. Не моргай! Не моргай! Не моргай! Ты бы знала, как это сложно, блядь. Ты можешь не моргать? Я тебе не тыкну. Не тыкну, тыкну, тыкну. Арин, возьми пальцами просто, зажми его века и все, чтобы он не моргал. Спасибо, Вася. Да, он все равно моргает. Ну, блядь, это... Я как будто сейчас нахуй глаз проткнул, блядь. Ща, погоди. Так. Ща. Оп-оп-оп. Что там? Дениса, что ты сейчас не знаешь, какая у тебя модель очков, очень понравились. Хуго босс какие-то. Денисыч, а ты случайно не знаешь, какая спасибо у тебя все, модель очков? Спокойный человек. Очень понравилась. Да, нет, я спокойна на самом деле. Не смейся. Спасибо большое, бледная сущность. Кексы делали, ну, Шрек смотрели. Еблан, сука, на донатере, блядь. Чё? Спасибо за 50 рублей. Чё? Чё? О, кстати, Арина, а ты сделала так, я вчера тебя просил? А что именно? Кексы делали. О, Данчик слазит. Ну, Шрек смотрели. Травма, ну, поймали, честно только. Данчик слазит. Ой, снег. Блядь. Когда Денис приедет в Москву, можешь так ему сказать. А, нихуя ты придумала. Не, я слазю с Данчика. Шучу. У тебя такие глаза большие, капец. У него, короче, века прям именно для теней всяких красивых. Всякие там переходы, стрелки делать. Все, мне красится теперь, да, каждый день? Нет, ты и так красивый, тебе краситься не надо. 2021 год. Денису впервые накрасила девушку. 2025 год. Первое выступление Дениса в конечной станции.
Вот сейчас закрой глаза и вообще не щурься. Не щурься. Открой. Ой, такая тишина, спокойствие. Что в чате пишет? Я не вижу. Банти Десси пишет. Красивая девочка, и Арина тоже ничего. Сейчас про шутки про это только все будут. Да? Нет, ну Денис сегодня вообще... Легенда на блоке. Легенда на блоке. Знаю его еще с Бэйла. Ой, блядь, одноклассник мой сдонатил. Здорово, Данек, блядь. Я не помню, вот если кто помнит, как я ИРЛ со школы стримил, это, короче, кудрявый такой кентик. Вот. Спасибо. Просто комментарий из чата, с которым согласны все там сейчас. Тин, подчеркивание, Лави, подчеркивание. Охуел. Я бы это сосмотрел. Ясно, бан Тин Вейву. Бан Тин Вейву нахуй. Невельный настолько крут, что его трусы стирают агенты. Что? Это при чем тут вообще? Навальный настолько крут, что его трусы стирают агенты. Шутка про новичок. ФСБ. Пахчамп. Свежая. Актуальщина. Спасибо за 50 рублей. Спасибо, Спасибо. Полк. Ебать, у меня огромный этот полк есть. А, там, в смысле, какой тушью? Тушь? По-моему, это Лен Саву Кабаре. Ладно, Дрейка, ты это не услышу, Арина. Пропусти, пожалуйста, дети, нормально. Ну, одноглазого на усы. Ой, ребят, я такая привлекательная, жесть. Там на камере настолько сильно не видно, насколько у тебя... Нет, видно. Капец. Нет, тебе надо вторую стрелку как-то сделать. Надо как-то аккуратно это сделать, чтобы тебе... Сейчас, подожди. Пиздец. Стой, не-не-не. Сейчас. Исправим. Сейчас. Меня уебали, нахуй. Все заруинили, блядь. Не-не-не. Посмотри, пожалуйста, посмотри камеру. Не-не-не, нормально. Все, главное, не мигай. Ой, не моргай. Так. Руки рожат, блядь. Трусит, нахуй. Трусит. Вась, ты тут? Оу, да. Как все дела, Вась? Отлично. Как супер. Как здоровье, Вась? У меня? Да, для 33 лет вообще заебись. Как настроение, Вася? Отлично, у меня сегодня у кота день рождения. Ему исполнилось 9 лет. Поздравляю, Мориса. Здоровья. А 10 числа будет у канала день рождения, 4 года. О, здоровья. Все. А у меня 10 числа у мамы день рождения. У нас здоровья. В один день день рождения. Все. Бля. Понятно. Посмотри в камеру. Бля. Блять, что ты делал? У тебя есть эти? Денис так на нее смотрит. У тебя есть ватные палочки? У тебя есть совесть? Нет, ватные палочки есть. Блять. Нахуя? Что ты, все, портак ебаный. Да, я нечаянно, вот всегда так бывает. Со второй стрелкой что-то всегда плохо, но инвалидкой получается. Так можно было сказать? Нет, ну-ка сними очки, может нормально. Блять. Сними. Не, ненормально, не. Ебать твой. Все. Все, смеешься. Все, Дениска расстроился. Чисто бабка на базаре с такими стрелками стоит. Кому воды стороны надо? У меня башня целая. Вон, сидит там стримерша, сидит новая стримерша. В сквад, может быть. А что, потом вместе любнете? Ой-ой-ой. Было дело. Отсылочка. Все, я теперь могу почитать чат. Я вижу чат. Все пишут ахаха. А все смеются. Весело, да? Ку-ку-ку-ку-ку. А я сейчас на тред на 2 читаю, как чувак взял кредит
на комп. На кредит на комп? И как да, это? Который обошелся ему в 200 тысяч. Ох, блядь, нахуя. Всем привет, не знаю. С вами Ивангай. Ты сколько ватных палочек взял? Две. Ну, надеюсь, хватит. Спасибо. Ку-ку-ку, поцелуй его. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Если ты нас увидел, то привет. Привет, Амирка. Дай, может, пожалуйста, наушники. Наушники, а мы тут гадости говорим. Хуела твоя голова, блядь. Да, ой. Гадости, пакости обсуждали всякие. Так, сейчас запизди, смотрите. Похуй. Да, съебал. Улетел. I'm sorry, блядь. Улетел. Снимай. Чичи. Так. Опа, смочила, ебать. Смочить слюной и вставить задний. Я что-то проебал момент. Вы хотя бы дальние родственники, да. Вася, я люблю тебя, женись на мне. Кто? Кто? Спасибо за 30 рублей. Там донат. Я готов. Все. Вася, теперь есть мальчик. Так. А, там мальчик, откат. Откат. Здравствуйте, извините, конечно. Ну, ваш мальчик, мне очень плохо, я не хочу так жить. Не обижайте Дэси, блядь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, Денис. Извините, конечно, но ваши модераторы относятся ко мне очень быть. Плохо. Я не хочу так жить. Разберись, пожалуйста, Библитум. Блин, я не могу. Когда Арина что-то говорит, у меня в груди что-то сжимается. Почему? Да ты старый, блядь, я так всегда все вообще. Нет! То же самое ты про мою говорил, блядь. Да! Потому что голос такой, прям, не знаю, прям. Смотри, она Арина... А моя Рина. Рина. Да. Пиздец. Красивая, даже не знаю, кого хоть. Меня. Вы такие красивые. Я даже не знаю, кого хочу трахнуть. У меня как-то была одна страница, у меня там было написано имя Рина. Нет, Рина очень красивая. Рина Поленкова, я знаю такое. Нет, а мне Ирина с очень красивым именем. Нет. Вова Алина. Ну, там моя Рина так просто-таки. Я только не знаю, почему Ирина... Я тоже встречался с девушкой Ренатой, я просто Рената звал. Рената. Прощение имени. Ребят, я просто на самом деле Александр Симпл Костылев. Я... Вы говорили то, что я плохо в КС играю, вы пиздите мне здесь, блядь. Ой, не той стороны. Все, давай. Я такая. Красопетка. Ну, короче, вторая будет не очень такая симпатичная, так скажем. Спасибо. Ну, стрелки или брови, там, как говорят, они не близняшки, а сестры. Иди нахуй, сука, загиб. Раз, два, три. Опа! Съебался. Так. Не, Кентик, я твои донаты буду скипать. Рено, ахаха, что? Валер. А? А ты слышал то, что каждый третий мужчина отлизывает? Вот я не отлизываю, блядь, а ты, Валер. Ну, суки, блядь. Пойдем на 30 рублей. Что, мне надо очки снимать? Да. Все, чуть-чуть. Блин, я не могу. Давай я вырву тебе ресницы и на свои приклею. А, да? Ну да. Хуеть придумала, блядь. Тебе не нравится? Нет, не нравится. Ну ладно. Ой, сейчас помада, как у меня. Помада. Помада. Сестренка красит сестренку. Как мило. Может, еще этот... Косички заплетешь мне. Вот так не делай. Спокойно, расслабь губы. Все. Пам-п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 ам. По губам пошлепала. Все. Ля какая, все. Ебать, девочки. Я в шоках, нахуй, с полных. С подружкой. Ебать. Срочно зовите тетю Ильи. Срочно. Ужасно, что он так выглядит. Ебать. Уф. Ля какая, уф. Так. Что изменилось? Ну, а без очков, я не знаю, по-другому смотреть. Без очков, да. Посмотри туда на камеру. Брови ему надо сделать. Нет,
туда, да, вот. Брови? Угу. Я боюсь переборщить просто потому, что у него же волосы светлые. Ну, у Дениса брови шикарные, у него очень густые. Прям. Не сделай губки уточкой. Блять, что за анекдот нахуй? Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходит домой. Гена говорит: Чебурашка, я пойду приму ванну, помоюсь немного и потом раскурим с тобой косяк. Только ты, падла, не кури без меня. Че? Кусарь бог. Ну я, блядь, знаю тебя, эти суки ебало скорчили, но охуели. Вася, ну подумаешь, я пацан. Я тебя люблю с Гвином, когда у вас свадьба, Вася... Что? Когда у вас свадьба Васи и девушки Дрейка? Васи и... Он в одном предложении все написал. Да, я знаю, тебя люблю, и там, Гвин, там, и там свадьбу, блядь. Решил сэкономить. Да-да-да. Чтобы по несколько донатов не кидать. В смысле без эмоций? Спасибо за 30 рублей. Спасибо за 30 рублей. Спасибо большое, брат! А если я так на улицу пойду, у меня все, пиздец? Не-не-не, на улице мы так... Я бо... Нет, я боюсь в этом. Может, каблучки еще надеть, блядь? Ну, мы можем быстро-быстро пойти. Тут недалеко. Перебежками, блядь. Из панека в панику. Спринт, блядь. Ладно, все, согласен, переборщил. Спасибо большое, Егорка. Вот это сейчас хорошо. Ну ладно, все согласен, переборщил. Вообще, вы очень красивая пара. Дрейк повзрослел так, ну оно и должно было произойти, что естественно, то не без оргазма. Братан, тебе осталось только юбку надеть, я вот пьяным померил, довольно удобно. У меня есть юбка, давай себе померим, чтобы ты не влезешь. У тебя карандаш или мини? Братан, тебе осталось только юбку надеть, я вот пьяным померил, довольно удобно. У меня XS размер. Когда же Вася найдет себе даму, а то в возрасте уже рука устает. В смысле, у меня девушка была? Ну да. Я без тебя не буду. Блять. Мы вот только-только расстались там буквально недавно. Десси, блять, что за длинный анекдот нахуй? Почти час, прошу. Я без тебя не буду. Ну уходит Гена в ванну. Чебурашка сел телик смотреть, точка сидит, делать нечего. По ящику одну хрень показывают. Ну думает, дай их опану немного. А всё, мол, не заметит. Да. Ну и начал курить. М. Ебать. М. Девочки, я такая бомбовая, ля-ля. А что поменялось-то реально? Нет, ну сними очки, может, так незаметно. Незаметно. Ну вот. Ну поменялось немножко. Чуть-чуть. Тут освещение прям очень светлое, мне прям по глазам бьет. Ну да, так получше. Ну так хуже видно, наверное. Красотка. Да норм. Целуется? Не-не-не-не. В камеру посмотри. Не-не-не. Хоть в щечку чмокнет, ё-моё. Обними её, Дрейк, но будь мужчина, ёбаный, блядь. Ой, не на тыщу, ребят, не-не-не. Не, обниматься на тыщу можно. Не-не-не. Обниматься можно, да. Не-не-не. Ничего не было. Ничего не было, это всё... Мои сердечки полетели. Блять. Спасибо всем за фоллоу. Спасибо. А то мне отписало ботов. Теперь люди подписываются. Вау! Валера, у тебя как дела? Ой, у меня замечательно, в скобочках нет, блять. Ненавижу Минск, ёбаный. Минск. Я не могу с зарядкой за камерой съездить. Мне надо как камеры. Мимо мамы пройти и быстро это сделать. Что это значит? Ты... Я пропущу на всякий случай. Меня не Вова Семенюк, Тиернин, Дегин. Вова Семенюк, там что-то про Вову. Так. Сейчас я переведу. И все скурил. Сидит и думает. Ебана, меня же Гена убит. Надо Беломора затолкать. Так это же не шипер. И тут голос из ванной. Чебурашка, принеси полотенце. Бля, точка полотенце. Это, по-моему, сейчас спалюсь. Прошлый... Че делать? Так, что надо, да? Что? Ебать. К-
Короче, предыдущий донат, там я поняла немножко. Шутка, отстой. Но он был на казахском, на татарском, я не могу перевести. Я слышал, что каждый четвертый мужчина является каблуком. Я нет, а вы? Я слышал, что каждый четвертый мужчина является каблуком. Поймали, сука. Стоило залипнуть, блядь, на секунду. Вот сука. Шутка отстой, блядь, кай пиво пить. А кто после меня стримит, Валер? Это Раиль написал. А хуй знает, да, можешь скинуть этому Кесу. Деду? Да, да. Ну, я еще посижу. Я еще посижу. Нет, ты сиди сколько хочешь. Ты что, давай будем отвечать на вопросы. Ну, давай. Что-то написали, ебать. Ой, извиняюсь за мат. Кто-то из Татарстана знает татарский, я балдю. Да, я татарка, кстати. Кто не знал? Я знаю татарский. Я знаю татарский. Денис, скажи тоже... что-нибудь на татарском. Йок. Денис тоже знает. Йок. Зна... Что за чё йок, блядь? Нет. Денис тоже знает. Ну скажи что-нибудь. Денег йок. Нет. Ну ты тоже... Кстати, он знает одну фразу на татарском. Какую? Синматур. Да. Это ты красиво. Там мат пишет на татарском. Ой, блядь. Там материал. Привет, у меня сегодня день рождения. С днем рождения. С днем рождения, цыганёнок. Здра-здра-здра-здра-здра-здра-здра-здра-здра. С днем рождения, с днем рождения. Ой, татары пришли. Я вижу там татарские матершинные слова. Сейчас будем читать. Кутакбаш, это что значит? Я тебе потом после стрима скажу. А что? Кутакбаш, там поем. Долбоем? Ну, примерно, да, так. Дословно по-другому. Не спи до рассвета. Что? А что это? Го в игру не спи до рассвета. Асу. О! Егорка, блядь. Алло. Вот как-то неловко ты сидишь. Держи на резинке. Спасибо за 500 рублей. Спасибо. Если ты понимаешь, о чем я. Спасибо, брат. Прикольно придумали. Вот это совместимость. А мы все их давно уже прошли. А мы их проходили еще даже, когда в жизни не виделись. Да. У нас там сколько процентов? 97 совместимость. Короче, практически все. Ну да. Татарстан супергуд. Какой тональный крем использую? Я, короче... О, девочки, бьюти-блог. Девочки. DIY. Какой DIY? Это что, я не помню, что это. Это сделай сам. Короче, тональный крем у меня вот такой. Что в моей сумочке? Maybelline. Угу. Самый светлый, по-моему, это второй тень. Потому что у меня очень бледная кожа. И у меня даже с шеей... Короче, у меня кожа... Я рассказываю, девочка, можно поговорить? У меня кожа рук, кожа шеи, кожа лица не отличаются, поэтому мне очень тяжело. И такой аджастер. Угу. Ну, это, короче, фигня, чтобы, типа, высветлять. Да, да. Тональный крем. Вот. Кулстори бок. Ладно, все. Типа, неинтересно многим. Наверное. Пук интересно. Асу. Асу. Там Кент написал, блядь. Асу полностью. У меня там друзья сидят в чате, мои ЗРЛ, и всякую фигню пишут. Ребята, вы чё? Так, еще какие-нибудь вопросы будут? Хэлер нищек, кузым, эйбэк. Чем я тебе понравился? Всем. Абсолютно всем. Ну, чем? Глазами, голосом, поведением, характером, смехом. Всем. Ясно, объективизация мужчин. Осуждаю. Что говорит педофил, когда видят маленьких детей? Асу. А приятно. Асу. Спасибо за донат, но такой анекдот осуждаю. Ой-ой-ой. Закрываю дверь квартиры. Это не то. Дайся еблан. У тебя будут, Ариночка, а тени какие? У меня с собой тени. Ой, девочки общаются между собой, это так мило. Вот. И, короче, если я когда-нибудь в будущем, возможно, стримить, у меня будет чисто, знаете, такой, девочки, смотрите, девочки, мы будем еще обсуждать психологию. Стримить будет. Я тебе не дам стримить. Хорошо, как хочешь. Я буду стримить. Нет. Дальше. Тени вот, блядь, ну, короче. Ни в коем случае. Вот такие. Тебе надо это прочитать, это не запретка. Они стоят 200 рублей. Что это значит? Что? Чел, Татарстан, ой, Татарстан сел, что татарский выучит и неправильно написал.
Ой, ну не надо. Мы за деньги не целуемся, ребята. Ты что, блядь, гетфобай нахуй? Это правда очень мило. Спасибо за 200 рублей. Что за, блядь, я себе? Почему не на полу? Габзавр или Дмурик? Мин узун. Ну, чел неправильно написал. Хотел написать, что у меня длинный хуй, а написал неправильно. Да? Спасибо. Лубрикант в аптеке не берите, лучше в секшопе на силиконовой основе. Спасибо. Лубрикант в аптеке не берите, лучше в секс-шопе на силиконовой основе. Вариант получить випочку из... Ну или хотя бы пизданий комплодин Т2, да. Комплодин Т2, да, блять. Ой, ну все, мы тут девочки появились. Какой консилер лучше, какой... Заспавнились. Ладно, сейчас будет на асу. Спасибо за еще один анекдот, ебейший. Ладно, сейчас будет на асу. Что сделала проститутка после того, как ей не доплатили? Проглотила обиду. У меня все хорошо, у вас как дела? Как дела, как дела? Наводно лучше. Привет, Катя. Порвала, блядь. Не. А у меня есть стрелки. Какая помада и подводка? Я не буду, как это пишется, помада девушка научила. Микс? Но Арина меня поняла. Да, я поняла. А что это значит? У меня длинный хуй. У тебя? Нет. Ёбнулась? Это... До свидания. Чел вот этот вот задонатил. Где? Вот. Вот эту фразу. Он написал неправильно. Там вместо «ы» должно быть «а». Вот. Блядь. Вот. Вот такие вот дела. Вместо «ы» должно быть «а». Ебать. Алло, можно модерация банворда банить, пожалуйста, блядь? Ёбнулись нахуй. До свидания, блядь. До свидания. Я слепой. Ну, Фоксяшка, заебись, там сидит, блядь, вот так вот нахуй. В телефон, наверное, палит, блядь. Банворды пишут, ей похуй. Похуй плюс похуй. Арина... Это Цири из Ведьмака. Ты похожа на Цири из Ведьмака? Я не знаю, как она. Это что значит? Подожди, переведи. Эй, я пошла. Я пошла. Что? Что ты сказала? Что ты сказала? Что это значит? Переведите, пожалуйста, в чате. Что вот это значит? Сина Ашимы. Тебе Дрейк нравится? Бежал с Ломоносовской до Беговой, и тебя заметил только когда в автобус сел. Реально? Ебать, это брат. Сегодня? Ну, походу, сегодня, это да. Где были? Ну, в парке 300-летия. Я так больше не могу. Нет, Денис, извини, да, я так больше не могу. Твои мадеры меня не уважают, а я... Ой, никого не трогаю. Сердечки. Пожалуйста, или я не смогу жить. Они меня еще и на 10 мин забанили, мадеры, я ваш рот. Как думаете, сколько лет нормально жить по полу жизни? Как захочешь. Так, еще один анекдот напоследок. И напоследок моя коронная. Кончил случайно на девушку. Бросил ее потому, что она конченная. Блять, что вот это значит? Переведи, пожалуйста. Что? Вот это. Я же сказала, тебе нравится Дрейк? А. Я сказала, да. Видел мувик из стендоффа, да, каждый день смотрю, блять. Я себе на будильник его поставил. Стасу рейд. Надо, можно Стасу, реально. Син мотор. Ты красивая, это значит. Это я знаю. Ты без много продолжение переводится. А что? Продолжение, видите? А как продолжение? Ну, можешь сказать. А что там за предложение? А ну, скажи. Я не син мотор, аж кутак просто. Ну, что это значит? Там кутак это что-то хуй, да? Да. Не. Да, ну, скорее всего, про пенис. Аж, ну, член стал. А, аж член стал, да. Понял. Че в чате, зачем пишете бессмысленный набор матных слов на татарском? Да, кстати. Киты просто матные слова знают и все. Вы можете разговаривать, можете что угодно написать. О, Дрейк, слышишь, Мазелову кинешь рейд? Мазелову? Да, он там рэпчагу пишет в прямом эфире. Потом его закинь тогда. Окей, окей. Она похожа на Гайку без щек. У Даши прекрасные щеки, за что вы ее так? Ебать, Дашу говном полили. Нет, да, Даша очень красивая, прям очень-очень красивая девушка. Прям очень-очень-очень. Не в моем вкусе. Я бы сказала бы, ну ладно, меня обидится. Что? Не что.
Охуела твоя голова. Так. А, Аринда спросил Валеру о его делах. Он начал рассказывать, и донат его перебил. Так вы забыли о нем. Давай, Валер, мы тебя слушаем. Ебал я, блядь, Минск нахуй, ебаный этот, сука. Я уже там сгорел раз 100. И, да, короче, они 7 числа не работали, 8 числа не работали, почта. Uh-huh. А, как обычно, блядь, до 8 вечера. Я еду час почти через весь город на почту, приезжаю, блядь, в 18:01. Они написали, а мы решили закрыться пораньше. И закрылись 1 минуту назад, когда я приехал. Капец. И я такой, ну ладно. А 1 минуту они тебе не могли просто принять? Нет, они меня нахуй послали. Чё, я бы сама бы послала. Прикол, блядь. Лось. Капец. И я нахуй домой поехал. Грустно. Блядь. Что-то хотел сказать, я забыл. А, ребят, школу послезавтра, все пиздец. Блядь. Школу послезавтра. Математика, русский язык начнётся. К ЕГЭ, ОГЭ готовится. Ребят, после... У кого-то 17-го, а в Украине девушка, вообще а какого-то там 20-го, блядь. В час. Бабушки, внучек, дедушка. О, Миша, она же умерла. Привет, Миша. Да, здорово, я тут сижу уже 15 минут. А, ты что, ничего не говоришь? А что, ты ничего не говорил? Я не знаю, тебя не слышал, наверное. А, ну да, наверное, был. Спасибо. Что это значит? Я потом тебе скажу. Ну что? Арина Синичек, Бужелеляр. А, Филипп Электен. Арин, как ты, ну, к этим дурачкам попала? В смысле? Ну, написали. Охуел. Прекрасный, очень добрый. Играет в игрульки, у нее нет компьютера. У меня он есть, но он очень старый, я за ним вообще не сижу. А на телефоне играет, блядь, это как. Тихо, нет, ну не говори. Во что? Ну, не говори. Нет, она в Майнкрафт играет и в этот. А, блядь, как это. Ну скажи. Rage of Legends. 1024, как она называется? Не скажу. Блядь, как это играет? Ну все, ну хватит. А там где квадратики это? Да, да, 2048, да, она. И, блядь, она каждый день не играет. Она и тут уже, блядь. Я вам могу сказать, какой у нее рекорд. О, она сейчас рекорд скажет, я не знаю, это PogChamp, не PogChamp, скажи. Ой. А PogChamp новый теперь на Твиче. А все. Я его буду терминять каждый день. Побью. Угу. У нее рекорд. Сколько это? 124 миллиона. Нет, блин. 12 441 160. Ой. Сколько? Ой. Да я просто, типа, когда что-то учу, или когда отвлекаюсь, или, не знаю, начинаю переживать, нервничать, сейчас начинаю сразу так. И все. Как-то так. Видимо, это много. Я не знаю, это много или нет. Блять, что за новый хуёвый PogChamp, блять. Ну да, он хуёвый. Я уже его заценил, блять, такая хуйня. Ебать залупа. А его теперь еще менять будут, блять, с партнерами типа Твича. Это дохуя. Ну и хуйня, блять. Там вообще нихуя непонятно, просто Кент в очках какой-то. Побьёв, Франкерфейс удалили. А, у меня Франкерфейс. Надо Better TV, ребят, Better TV, оно же им похуй. Нет, Мишань, блядь, Better TV сказал. Better TV сказали. Сами заявили, что они не будут удалять смайлик PogChamp, потому что это, ну, их сервис никак не связан с политотой там и так далее. Им похуй. Им похуй реально. Ты маечки видел, мне вообще похуй, блядь. А где ты? О, нихуя. Сейчас. О, ля, какой Миша. Красавый. Вообще похуй. Красавый. Как у тебя дела, Миш? Нормально, я только пришел, голова болит. А так все заебись. А у вас? А из-за чего голова болит? Давление, наверное, не знаю. Что, блядь, вебки включить, что ли? Давай, Валер. У Васи новая аватарка, мне вообще до сих пор непривычно. Блядь. Чего без вебок сидели до этого? Потому что красили Дрейка. Да. Да, меня красили. Как удачно? Ну, Мишань, ты можешь посмотреть? Это очки сними. А вообще, по-моему, ничего не изменилось. Ля какая. Вообще нихуя. Ну, в жизни вообще видно, потому что у него сразу ресницы такие, типа. Игнор PogChamp'а. Не, PogChamp новый хуй там, бля, лучше бы этого реально. А чё за хэштег Игнор PogChamp'а, это кто запустил? Я пошел, всем ББ. Давай, Вася. Давай, Вася, пока. Где там, блядь?
Ай, блядь. Мишаня топси в чате общается. Гострим в школе с макияжем. Че? У меня есть этот... Чемп. Просто чемп. Кто? Чемп. Мне разукрасили ебальник, реально. Стас ёбнулся и пошел играть в Fortnite. Спаси его. Стас долбоёб, блядь. Глаза так палят эти. Такой... Палит так. Блядь. Чёрт. Это что значит? Что? Не, я поняла, сейчас, не важно. Сейчас, походу, вообще ёбнулся. Что? С какого города? Не важно. А. Ой, ребятки, в чате, давайте рассказывать, как у вас дела. Как ваше здоровечко. Я надеюсь, у них все заебись. Я тоже надеюсь. Голова болит. Хорошо, депрессия. Плетняшки. О, ля, как я хочу пиццу. Уебать. Пивные войска здесь, блин. О, балдежная футболка. Королева Англии на месте, блядь. Ебать, Мишаня, блядь. А, вот что я купился. Где? Стремный перезнул. Так, блядь, ты так и не показал, блядь, эту тему. Что это? Что такое? А, это под новый. Под, да, от Пасита. От производителя Пасита. А там не обслужка, да? Мама Масита. Ну, не обслужка. Да. Бля, ну испарики — это гемор ебаный. На самом деле. Не, он балдеж. Ну, проще с койлом играться. Ватами, как хочешь, блядь. Что, Виталик, блядь, ёбус. Не затевайте с дельфином анальный секс. Член дельфина в обхвате. Около 27 сантиметров. Очень мускулистый и сильный. Сила семиизвержения. Он 700 рублей стоит? Сперма может выплескиваться на 4.3 метра. Вот. Может причинить... Вот все летчики у меня ассоциируются с пикчей, где чел летит, так за хуй держится, короче. Я так же лечу! Открой аудио ВК, мне друзья открыто. А чтобы быть другом, будьте самым. Все просто. А вот. Все просто, вот. А под новый это 800 рублей стоит, Валер? Я его купил за 800. Но я его купил со скидкой. Типа. Дрейк, я думал, если бы меня накрасили, я бы красивее бы выглядел. Не, Миш, вообще. Да. Если... Но меня не сильно накрасили же. Если бы в аэропорту мне не отобрали баллончик с веснушками, ну, чтобы делать веснушки, я бы... Денис сейчас бы веснушки бы еще сделала. Так его можно купить. Надо, блядь, они у меня, да, по... сука, со мной всю жизнь. Че, Миш, говоришь? Ничего, забей хуй. Говорю, у меня с рождения веснушки, да, поэтому мне забывать даже не надо. Прекрасно. Очень хорошие, они меня бесят. У меня был Кент в школе, мы были вдвоем, вообще дворожек типа на всю школу. У него все было в веснушках, все руки, блядь, в веснушках, все ебло в веснушках. Ну, не знаю, ему не нравилось, он бесился, мне тоже не особо. Мне прям очень нравится. Не, вот когда немножко, оно прикольно, вот когда прям... Да, у него было дохуище. Они большие еще могут быть, эти веснушки. Ну, у него просто они по всему телу были. Да. Хз, веснушки пиздато выглядят. Ариш, когда у тебя день рождения? Да, я тоже считаю так. У меня 24 октября. Прикиньте, 24 числа, блядь. А знаете, у кого еще 24 октября день рождения? У, сука, рэпера Дрейка, блядь. Ну все. Я не знаю, это совпадение такие ебейшие, нахуй. Это просто. Магия чисел. У нас вся жизнь совпадение с Денисом. Какие-то странные. Покчамп. Это судьба. Как дела? Хорошо. Лаг, да чё штормит на голове. Дрейк искал Дрейка, но нашел Арину. Уберите эту хуйню, блядь. Я хочу это скопировать и кинуть. Уберите эту хуйню. Ой, блядь, давайте зарейдим нахуй кого-нибудь вот с этой. Я уже, наверное, сейчас уже буду заканчивать. Илью? I'm gonna cut. Ладно. Что? Что? Ебнулся. Кого? Мазелова, да? Да. Как у него ник пишется? Так, ребят, я сейчас замучаюсь в Дискорде. Давай. Спасибо, что посидели еще. Так. One minute. One minute. Ой, вас только сегодня сидит, мне так приятно, девочки. Брите эту хуйню. Вы чё, охуели, блядь? А чё они? Вы на бутылке. Вы про бутылки пишете.
Так. Мазелов. Вот, ник скопирую. Так, ребят, спасибо всем, кто пришел сегодня. Спасибо Вове еще раз за рейд. Спасибо, что сидели все. Мы вас благодарим. Я накрашенная теперь. Все, я крутая. Я крутышка. Ну, ебать, по столу уебал. Вот. Такие зайки, капец. Все, поэтому спасибо, что сидели. Спасибо, что смотрели. Тебе спасибо, что накрасила. Все. Кидаю рейд. Все, давайте, ребятки. Пишите, уберите эту хуйню. Вот это вот. Покчамп, стрелочка и уберите эту хуйню. Все. Как там? Ой, блядь. А я уже не найду. Да, вот так вот. Вот так вот. Все. Я накрашена. Красотка. Пока-пока, девочки. Пока-пока. Все, давайте. Всех люблю. Всем заранее всех сладких целую. Снов. Да. Все, давайте, пока.